Привет, друзья! Как вы относитесь к голосовым сообщениям в мессенджерах? Неважно, Facebook, WhatsApp или какие-то другие мессенджеры. Лично я их не приемлю. На это есть несколько причин. Во-первых, это отнимает очень много времени. Если сообщение текстовое, то я раз взглянул его, на него посмотрел, сразу моментально определяю, важное оно или нет. И принимаю решение, отвечать сейчас или можно оставить на потом. А в голосовом сообщении этого не сделаешь, то есть ты его должен обязательно прослушать. А бывает еще присылать не одно сообщение, а несколько, десятками, пачками присылать, да, и вот типа, будь добр, ты прослушал, у тебя же до хрена времени, ты ничего не делаешь. Как бы не так. Поэтому голосовые сообщения я абсолютно не приемлю. Почему я это говорю? Вот часто мне присылают какие-то сообщения, вот Улукбек, расскажи, как ты получил статус беженца. Или расскажи, как мне найти во Франции то-то, или как мне сделать то-то-то. Ему, наверное, может быть удобно отправлять сообщение таким образом. Но почему он не экономит мое время, не уважает мое личное время? И почему я должен тратить время слушать это сообщение, чтобы на него что-то ответить? Вообще, я могу ответить на голосовое сообщение, прослушать и ответить голосовое сообщение, если я лично знаком с этим человеком вживую. Ну и напишите в комментариях, как вы относитесь к голосовым сообщениям. Да, это удобно, можно передать какие-то эмоции, если вот вы злитесь или вы радостный. Можно передать эмоции, можно передать интонацию. Но если этот человек вам близко знаком, если или мне знаком этот человек близко, да, тогда я приму. От незнакомых человеков и от малознакомых я голосовые сообщения не принимаю и сразу ставлю блок. Чего я вам советую? Так что всем удачи, надеюсь на понимание. И обязательно напишите в комментариях, как вы относитесь к голосовым сообщениям. Пока!